Нелегитимность выборов в Казахстане закреплена на уровне законодательства. За 30 лет своего правления первый президент свел Конституцию до уровня личной записной книжки. В Казахстан прибыла комиссия наблюдателей за выборами из ОБСЕ. В отчетах они раскритиковали законодательство Казахстана за несоответствие демократическим нормам. Нарушение фундаментальных прав и свобод человека. Статья 44 закона о выборах нарушает общепризнанное право на свободу объединений и мирных собраний. Тотальный контроль со стороны президента. Согласно закону о выборах, членов Центральной избирательной комиссии назначает Мажилис, Нижняя палата парламента, естественно, по наставлению президента. Маслихаты подбирают членов местных избирательных комиссий. Ограничение независимых СМИ. Все информационные каналы контролируются лично Назарбаевым и фактически принадлежат ему. И причина тому – статья 373 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание за оскорбление Елбасы. Можно сесть в тюрьму на 5 лет. Критиковать власть в Казахстане – уголовное преступление. Ограничение доступа к информации. Из-за регулярной блокировки социальных сетей и сайтов народ оторван от информационного пространства. Без полной информации о кандидатах избиратели не могут сделать осознанный выбор. Ограничение свободы слова. Журналист в Казахстане – опасная профессия. Его могут задержать и предъявить надуманные обвинения. Или как минимум будут всячески препятствовать честной работе. Изменения в Конституции должен инициировать народ. Соглашаться с выборами значит идти на преступление против народа. Объявляем выборам бойкот. Надоел беспредел? 9 июня не иди голосовать. Выходи на площадь и измени страну. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.